Минувшая пятница выдалась непростой для жителей Жанаталапа. Мост, соединяющий густонаселенный жилой массив с городом, просел и частично обрушился. Сейчас ответственные построили временную переправу через реку Бадам. Когда восстановят обрушившийся мост, расскажет корреспондент. Этот мост был построен полвека назад. Вроде бы в 2021 году делали проект модернизации переправы, который ни разу не ремонтировали. Однако средства из бюджета не были выделены, и старые опоры продолжали стоять, пока их не смыла вода. Раньше, например, нагрузка на этот мост была меньше, а сейчас, как известно, количество транспортных средств увеличилось вдвое. Соответственно, увеличилось количество грузовиков, едущих по мосту, что тоже дает эффект. Жители села не согласны с тем, что говорят чиновники. Они отмечают, что из-за сужения русла реки сильный поток воды нанес мосту значительный ущерб. Жители, неоднократно фиксировавшие на видео незаконность, недовольны компетентными органами, которые не приняли никаких мер. Я жительница жилого массива 20 лет независимости. У нас нет своей поликлиники, и нам приходится ехать в Жанаталап. Как видите, единственный мост, который соединял нас с этим массивом, обрушился. Пока построили временную переправу. Однако уровень воды в реке опять поднимается. Если временный мост также смоет, то как нам быть? Работы по восстановлению разрушенного моста начнутся уже сегодня, сообщил заместитель руководителя городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Умар Калабаев. Кроме того, ответственные обещали завершить строительство к концу года вместо утвержденных 9 месяцев. Услышав эту новость, жителям двух массива ничего не остается, кроме как ждать. Амантая Улсана, Алмаз Данабекулы, новости.